Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить BioShock Infinite. Итак, дорогие друзья, остановились мы на том, что сразились с пожарником, уничтожили его и приобрели способность кидать огненные гранаты. Вот такая вот интересная вещь, а теперь мы двигаемся дальше и, похоже, мы попадаем в какой-то ресторан. Давайте зайдем и посмотрим, называется Blue Ribbon. Синяя лента. Покинуть район. Крыши центра Комстока. Они знают обо мне. Если я быстро не найду девчонку, все усилия будут напрасны. Отправляйтесь на остров монументов и найдите девушку. Все еще у нас это задание. Солей у нас практически по максимуму. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага, патрончики. Это мы бухнули? Похоже, это мы бухнули. И здоровье у нас сразу на максимум восстановилось. Но зато... зато мы качаемся. Нас качает. Чипсари. Чипсари, это хорошо. Why are you following me? We were already here. Why are you following us? Aperitif. Ну да, давайте немножко аперитивчика... Не повредит, совсем не повредит. Какие интересные герои. Мне они очень нравятся. Щит добавляет отталкивающее магнитное поле, усиливая защиту. Вау. Слушайте, просто отлично. А главное, какая музычка добавляется к этому всему. Просто превосходно. Да, интересно. Так, голософон у нас есть. Кстати говоря, мы не можем не только слушать этот голософон, но и прочитать то, что там написано. Кнопочку O мы нажимаем. И можно посмотреть на наши записи. По-моему, они где-то здесь. Вот она. Еврейская кровь называется. Эд Гнейс, 1 марта 1912 года. Ресторан «Синяя лента». Сегодня... А как пролистать текст? Page up, page down. Куе, прокрутка. Секундочку. Где-нибудь здесь ползунок бы нам найти. Ага. Придется, видимо, page up'ами все-таки прокручивать. Ладно. Сегодня отец Комсток вызвал меня к себе. Меня, я стану его личным биографом. Он заплатил авансом за 100 страниц ровно. Когда речь заходит о деньгах, во мне просыпается еврейская кровь. Так что я спросил: отец, но ведь ваша паства и за 1000 листов не заплатит. А он ответил: хватит и сотни, я знаю, как все кончится. Интересно. Решение всех проблем. Иеремия Финк, это как раз тот, кто делает вот эти вот напиточки. Лотерейная площадь, эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего, я знаю парня в Джорджии, который поставит на каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься, если тебе от этой мысли станет легче. Я тоже скучаю, это как раз запись той девочки. Путь скрижали. Мать говорит, подобное занятие не пристало леди, но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнец скучает, я бы с радостью навестила ее, ведь у нас много общего. С наилучшими пожеланиями, Констанция. Площадь Нового Эдема. Легче воздуха, я спросил. А затем Архангел явила мне видение. Город легче воздуха. Я спросил ее: зачем ты показываешь мне это, Архангел? Я не сильный человек, не праведник, не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк. Но если даже ты уповаешь на благодать Божью, почему же остальные не видят ее в себе? Вот такие интересные у нас голософоны пока были найдены. А мы продолжаем наше движение дальше. Будем читать их по мере нахождения. Мороженка. Какие-то что-то мы находим. Ход зарабатывания достижения денежный мешочек. And worse is the insult, because today
Хм. Так вот, что сегодня за день. Понятно. Как красиво все-таки. Блин, я тащусь просто. Я тащусь от этой красоты. Просто обалденно. Честно скажу. Просто обалденно. Ну и как же нам перебраться дальше? Це зацепиться за трассу? Ну-ка. Ух ты! Ух ты! Ух ты, ёлки-палки! Вот это круто! Ух ты! Хо-хо-хо! Вот это обалденно! С убитых врагов остается оружие. Нажмите Е, держите, чтобы взять пулемет. Конечно, я хочу взять пулемет. Чтобы сменить оружие, используйте колесо прокрутки. Все просто и четко. Вот это пулеметик! Нет, никаких Z. Так, осмотреть ящик для инструментов. Тут у нас сахарная ватка. Ну ничего, сейчас испробуем пулеметик. Уху-хо! Вот это круто! Вот это очень круто! Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, спокойненько. Отлично. Перезарядка быстрая? Да, довольно быстрая. Ха-ха. Не смеет стрелять в наш щит. Как вы посмели стрелять в наш щит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пулемет, пулемет. Аккуратнее. Тихо-тихо, пулеметик. Не шали. Так, а мы, наверное, не дотянемся туда, чтобы... Пробегаем. Отлично. Где? Где кто? Где кто от нас атакует? Все слышу. Все слышу. Банку бобов прихватили. Солей. Немножечко. Так, надо еще разочек. Вот так вот. Мы не дотягиваемся туда. Ладно, печально. Печально, печально. Ха-ха, вот и все. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. Все, наконец-то пулемет за нас. У вас кончились соли, найдите еще. Ладно, откуда? Кто нас повреждает? Вот это я не понимаю. Это еще что? Девчонки нас атакуют? Обалдеть. Вот это безумие. Вот это безумие. Да что происходит? Кто в нас теперь-то стреляет? Ух ты, щит наш сломали. Так, тихо-тихо-тихо. Да кто же нас обстреливает? Я ничего понять не могу. Откуда? Ага, окружен. Смотри, каску не потеряй. Ладно, пробегаем, 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 пробегаем. Все, бежим отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а зацепиться я смогу? Нет, не смогу. Слишком далеко. Тихо. Ух. Вот это уже перестрелочка. Это я понимаю. Чего себе у них там статуи свободы на головах. Убили. Ох ты. Тихонечко. Тихонечко. Легонечко, легонечко, легонечко. Прошли, прошли. Так, надо бы нам валить отсюда. Ух ты, а куда дальше? А, вот как. Вот как мы убегаем. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо не останавливаться. Так, где-нибудь еще здесь крюки-то есть? Так, куда нам нужно-то? Надо N нажать, посмотреть, куда нужно. Куда? Ага, прямо в дверь. Понятно. Фух. Ну ничего. Ушли мы с улиц все-таки. Теперь должно быть поспокойнее. Возьму револьвер. Привет. The one they're after. Go. They're looking for you. Police!
We're in need of your assistance. Ой-ой-ой. Shh. Keep your voice down. Так, надо бежать. Бежать, бежать, бежать. Бежать. Они нас почему-то укрывают. Ох, ёп! Тихо. Тихо, тихо, тихо. Сначала я тут немножко покопаюсь. Мы не будем так спешить. Правда ведь не будем? Что это у нас лежит? Подождите, это же... Ага, вот что это. Это наш дьявол во плоти. Так, потихонечку. Полегонечку. Куда нам нужно? Прямо туда. Так, нас увидели? Нас увидели! Нас увидели! Ох ты, ёлки! Ну и обстрел. Ну и обстрел по нам. Вот девчонки-то жесткие, слушайте. Фух. Воу. Они суровые. Я автомат хотел расстрелять. Думал, что это... Чувак там прячется. Ох ты. Иди сюда. Отлично. Ух ты. Все, добили. Так. Опять где-то пулемет. Бежим, 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 бежим. Отлично. Там еще один, что ли? Да вы охренели. Так, ладно, тихонько. А, вот он где, понятно. Ладно, сейчас поближе к нему подойдем. Все. За нас будешь воевать, парень. Что-то все время... А, это... Понятно, я думал, что это такое? Это у нас щит просто восстанавливается таким макаром. Комсток сражается с народным змеем. С народным змеем? А, это... Смотрите-ка, подождите, это евреи и негры? Да. Как Петька и Василий Иванович. Вот две вещи больше всего не люблю. Расизм и негров. Ну что, Комсток, сейчас мы куда-то уже и пришли. Джон Уилкис Бут. А, так он убил этого Бенджамина Франклина. По-моему, нет, стоп, какого Франклина? Линкольна он убил. Линкольна он убил, конечно. Франклина другая история была. Эй-эй-эй-эй-эй, я думал, вы хорошие. Я думал, вы хорошие, а вы что делаете? Стреляете в нас. Ну, куда это годится? Так, тихонько, тихонечко. У-у-у, что-то мы напились. Кто там в нас стреляет опять? Слышь, джентльмен. Вот и свободен. Фу. Что-то он какой-то злой. Стрелял вроде слабенько, а... Умирал довольно медленно. Возьму пулеметик на всякий случай. Монетка. Монетка всегда пригодится. Ё-моё, откуда тут какие-то освежеванные тушки? Не пойму. Ладно, неважно. О! Ох ты, сколько тут всего, а! Монетки всякие, ох. Так, куда нам нужно? Нет, не та кнопка. Ага, вот куда нам нужно. Отправляйтесь на остров монументов. А, наверх, наверное, нам нужно. Да, точно. Вот эти двери. Они прям так и говорят нам. За Бога и Отечество. To the sovereign below, the true mission our founders have given us. And when the mandrakes and hypocrites of Washington betrayed him, our prophet did not heal. He did not come crawling for their forgiveness. Like our fathers broke from the great apostate, our prophet.
these so-called patriots. And today is the day we celebrate the secession. Так, понятно. Ну, сейчас, видимо, придется их всех поубивать во время их чудесного праздника. Ну, хоть помрут счастливыми. И то славно. А может, мы просто пройдем. У вас кончаются соли. Да ладно, кончаются у меня соли. Че у него на спине? Гроб? Какого вообще у него на спине гроб? Не хватает солей для этого. Подождите, а соли сами, что ли, сгорают? По-моему, нет. А может и да. Не знаю. Вот так. С первой партии разделались. Сейчас и вторая подоспеет. Хотя, конечно, было бы все это лучше солями сделать. Безусловно. Давай уже. Казнить его. Казнить, я сказал. Вот так. Вот это жесть, а. Чувак не скупится на казни. Вообще не скупится. Ух. И полетел. Да, ну. Собственно, давно я ждал, пока наконец-то появятся эти куклукс-клановцы. Вот они и появились. Что он не умирает-то? Я не понимаю. В голову ему стреляю, он не помирает. Так, подождем, пока щит восстановится. Классный щит. Сам работает. Сам защищает. Отлично. Вот хитрицы-то, а? Открытое достижение. Серьезная пушка. Ух! Еще один экстракт. А, нет, стоп. Увеличивает максимум здоровья. А, вот что делают экстракты. Они увеличивают наши сильные стороны. Можно увеличить щит. Можно увеличить соль. Можно увеличить здоровье. Давайте щит увеличим. Perfect. Идеально. Соберем с них денежек. Сколько у нас? 262 уже? Нормально. Так, а где тот самый с гробом на спине? Мне интересно. О, голософон. Ну-ка, давайте-ка послушаем, что там у нас говорится в голософончике. Так, ложь освободителя. Отчего же великий освободитель освободил черный народ? От хлеба насущного, от честного труда, от благодетелей, холивших их с колыбели до могилы, от одежды и крова, и что же они сделали со своей свободой? Зайдите в Финктон, и вы сами увидите. Ни одна тварь не рождается свободной, кроме белого человека. И это наш долг, заботиться о прочих тварях Господа нашего. Да, любите вы такие вещички. Очень любите. Так, где наш инвентарь-то? Я пока не знаю, где наш инвентарь. Инвентарь, наверное, на кнопке И. Нет? Ну ладно, неважно. Потом узнаем, если у нас вообще есть инвентарь. Должен быть. А может и нету. Так, по-моему, нам нужно наверх. А, соли. Соли это хорошо. И аптечка. Аптечка вообще отлично. Ананасик. Такие здесь рисунки классные вообще. Просто тащусь с них. Честно. Так, нам нужно... А, да, нам нужно вниз. Так, что тут было? Что-то красное. Что-то красное мигнуло. Мне показалось соли. Ладно, неважно. Ох, ох, подгораем иногда. Подгораем. Это с них выпадают вот эти коробочки. Да, нам нужно туда. Еще одна большая дверь. Began his terrible rampage. Trouble began almost instantly. Full of wrath and bent on harm, the anarchist maliciously wounded several Colombian peacemakers, before then arming himself and firing into an assemblage of virtuous fairgoers. As of this hour, he is considered wholly responsible for causing at least 8 God-fearing Colombians to meet their maker in heaven. He is considered brimming with danger and evil intent, and we implore you not to tempt ruination by facing him without aid of Colombia's finest. Now, back to the music. Все. Хватит нам слушать ваши проповеди.
Все понятно, мы мерзавец, и мы довольны этим. Классная кнопка. Надо в наших лифтах такие же ставить, чтобы кулаком по ней лупить. Адемус патриа ностра дефендере. Как же переводится-то? Латынь. Латынь. Игра... В игре не переведено. Что же вы так, ребята, не перевели? А надо было перевести, надо было. Как узнать, сколько у нас здоровья? Я вот не вижу. Шкала серая. Что это значит? Много у нас здоровья, мало? Не знаю. Похоже, сейчас узнаем, что значит это. Что-то за фильм? Фильм про Комстока. Индейцы. Мозг. Индейцы. Кстати говоря, вот это... Помните коробочку, которую открыл в самом начале наш главный герой? Там на ней было написано Wounded Knee. Так вот, в общем-то, это не просто так. И вы можете... в Википедии почитать, что такое Wounded Knee. Там будет резня при Wounded Knee. И, в общем, да, это тоже имеет смысл. Потому что эти индейцы, которые вот сейчас были показаны, они показаны не просто так. Там было как раз сражение между американцами и вот индейцами этими. Ну, там был такой еще один очень интересный момент, который можете прочитать. Да-да-да, я стимулирую вас к чтению. Итак, символы леди. Первый фанатик, 6 января 2012 года. Место — Орден Ворона, Пресвятая Матерь Колумбии. Почему мы чтим три символа в память о тебе? Мы чтим клинок, с ним мы можем отомстить за тебя. Мы чтим ворона, он даст нам глаза по всему городу. Мы чтим гроб, ибо он напоминает, к чему нас приведет неудача. Да, неплохая мотивация такая к сражению и битве. И вороны, кстати, заметили повсюду. Я все жду того момента, когда у нас будет такой на руке сидеть ворон с кровью прямо такой в клюве. Сочный, сочный момент. Я не этого ждал. Я не этого ждал. Они убили китайца. Зачем они убили китайца? Они убили китайца, сволочи! Вооружившись поцелуем дьявола, зажмите затем, чтобы поставить взрывную ловушку. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подождите. Зажали. И что? О-хо-хо. Во как. Во как интересно. Взять ворона-убийцы. Новый энергетик? Наверное. Ха. Вот этот момент. Нажмите, чтобы вызвать воронов-убийц. Затем отпустите, чтобы создать гнездо-ловушку. Понятно. Можно просто вызвать воронов-убийц. Нажмите среднюю кнопку выше, чтобы вызвать. Нажмите отпустите, чтобы поставить гнездышко-ловушку. Понятно. Так. Вороны-убийцы! Обалдеть! Тихо-тихо. Щиток наш не ломаем. Казнить! Казнить, казнить, я сказал. Я сказал казнить. Вот так. Ух, ничего себе, его вороны исклевали. С ума сойти, вы видели? Весь исклеванный просто. Просто весь исклеванный. Какая жесть. Какая графика. Ну, как только я заикнулся про воронов, тут же мы нашли этот классный энергетик. И вообще мне нравится, что это называется больше не плазмиды, а энергетики.
Итак, снаряжение. Особая одежда, дающая уникальные способности. Одновременно можно носить не более 4 предметов снаряжения по одному каждого типа. Выбрать снаряжение можно в игровом меню. Новый предмет. Шляпа. Пламенный орел. Шанс 70%, что в рукопашной вы подожжете противника. За 4 секунды жертва получит 300 очков урона. И взять снаряжение. Ну, конечно, взять. Так, а инвентарь нам как зайти? Сейчас попробуем. А, это я запустил наш голософон. Ух ты, ничего себе, у него рука покрывается. Вы слышали, они назвали нас карликом мулатом, одноглазым еще вдобавок. Так, где-то, где меню-то, я не пойму. А, вот наше меню, открылось оно прямо здесь. Снаряжение. Пламенный ореол. А, пламенный ореол, вот он. Он у нас одет или не одет? Выбрать предмет. Выбрали предмет. А, ну вот, он, похоже, у нас так и одет. Отлично. Еще бы поглядеть, как мы со стороны выглядим, было бы вообще... Было бы вообще просто шикарно. Давайте дальше идти. Ох, сейчас поскачем. Но сначала немножечко потырим. Воу! Классная штука. Обалденная штука. И прямо на него. Да. Красота. Последние мои слова. То, что ты сейчас помрешь. Так, у него даже в инвентаре ничего не было. Печальный, печальный. Надо бы попробовать с этих трасс куда-нибудь там... О, ничего себе тут нашли, нормально. Попробовать куда-нибудь другие места поперепрыгивать, на самом деле. Давайте сейчас попробуем. Классная штука, конечно, вообще. О! Так, а туда мы сможем? Опа! Ну-ка, что у нас здесь? Мы отсюда пришли, по-моему. Или нет? Монетки, монетки, монетки. Нет, мы не отсюда пришли. Ну-ка, спустимся, посмотрим. Подождите, это нас, что ли, описывают? Ну-ка, послушаем. Как ирландец. Точно был анархист. Потеха. Ну, кажется, все, они кончили свою болтовню. О, боеприпасы для пистолета. Hello, policeman. How are you? Не, ну не похож. Казнить тебя, я сказал. Ох, а мы его подожгли. Шляпа-то работает. Кто бы мог подумать. Женщины, детей не трогаем. Труп обыскан. Да, интересно. Больше похож на какого-то... Не знаю. Какой-то Джонни Депп с залысинами. Или Сальвадор Дали без усов. Хотя этот вроде с усами, но у Сальвадора усы были просто шикарные. Ладно, давайте дальше пойдем. Вот такие забавные моменты можно пропустить, забив, например, на дополнительные места в городе. О-хо-хоу! Блин, классная штука, мне нравится. Обалденно. Ну кому она может не нравиться, а? С самого начала, как увидел в роликах, что... Как он тут сигает. Вот это было классно. Вход воспрещен, закрыто по распоряжению полиции Колумбии. Все. Входим мы на станцию. Следующий район. Врата острова монументов. Комсток знал, что я иду. Кто ему сказал? Люди, которые прислали меня?
Если так, то какую игру они ведут на самом деле? Да, действительно. Неизвестно, какую игру они ведут на самом деле. Итак, дорогие друзья, встретимся мы уже в следующей части. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.